Здравствуйте. Видео с моделью, которая уже давным-давно должна была стать архивной, но она почему-то работает и работает. HP DeskJet F2280. Это у нас струйное, цветное, многофункциональное устройство от компании Hewlett-Packard. И этому аппарату уже лет 15. Видите, уже немножко выцветший такой пластик, но при этом оно работает исправно. Картриджем уже тоже огромное количество лет, при этом он полгода простоял без печати. И вот замечательно и прекрасно после нашего колдовства с ним заработал. Итак, что же такого в нем интересного и прекрасного? Сейчас времена такие темные, люди достают из чуланов, подвалов, гаражей устройства, которые они похоронили, и пытаются что-то с ними сделать. Кстати, вариант, если где-то попадается по дешевой цене, почему бы и не попробовать восстановить. Картриджи такие, конечно, сюда продаются, они не очень дешевые, но если само устройство достается даром, например, то почему бы не попробовать восстановить и не печатать на этом устройстве. Драйвера здесь есть, по-моему, на все операционные системы. Посмотрите на официальном сайте HP, что у нас здесь есть. У нас здесь есть кнопка отмены, если вдруг мы начали печатать чего-то и это неправильно оказалось, нажали, отменили сканирование. Здесь у нас есть также замечательная штучка, с помощью которой мы можем переключать режимы, то есть это обычная бумага А4. Если, допустим, у нас картридж печатает уже плохо, а нам нужно сделать копию без полосочек, то мы переходим в режим вот этот вот фото А4, и принтер начинает печатать дольше, но печатает с максимально хорошим возможным для себя качеством. То есть очень полезная функция. В новых устройствах такого обычно уже не делают. Такой красоты. Здесь у нас черно-белое цветное копирование. Также можно переключать количество копий, и он будет нам их делать. И вот кнопка стоп, как я уже говорил, быстренько отменить, если вдруг мы чего-то наклацали не того, что нужно. Ну, естественно, регулярно печатаем. Естественно, прижимаем боковым упором листочек так, чтобы он в принтер заходил ровно и не перекашивался, иначе он застрянет и будет не очень хорошо. Также здесь, смотрите, какая чудесная возможность печатать на одном единственном картридже. То есть не печатать на двух. В данном случае принтер используется дома для учебы, для работы, и не нужно им цвет пользователям данного устройства, поэтому они пользуются вот таким вот залитым, уже перезалитым, не знаю, зачем они это сделали, наверное, чтобы не высыхал, им сказали, кто-то им сказал. Я считаю, что этого делать не нужно. Заправляется очень легко обычным медицинским шприцом в любое отверстие, которое у нас будет свободно, или мы освободим его. Вставили не до конца, не до упора в губку, погрузили конец иголки и аккуратненько, потихонечку заправили. Вытерли лишнее чернило на печатающей головке, проверили чистоту контактов, чтобы здесь не было чернил, пальцев и всего остального. Проверили контакты на каретке, куда вставляются у нас картриджи. Вставили картридж и с радостью печатаем и работаем. Также у нас здесь есть лента энкодера, которая вот она такая блестящая. Вот она здесь у нас блестящая, прозрачная, с такими рисочками лента, которую при плохом качестве печати, а именно когда печатает принтер со сдвигами, мы аккуратненько ее протираем, например, моющим для стекол, и у нас принтер начинает печатать хорошо и замечательно. Дальше, если у нас принтер ругается, что что-то мешает передвижению каретки, каретка это вот эта вот штука, смотрим, может быть здесь внутрь что-то попало. Если пишет, что картридж должным образом не установлен, смотрим частоту контактов в каретке, частоту контактов на самом картридже. Сама конструкция принтера проста, ну, время говорит само за себя. Здесь ущербная такая система подачи бумаги, извините, но ролик здесь большой и такой увесистый, поэтому проблем с захватом бумаги в этих аппаратах я лично не встречал. Может быть, вы встречали? Поделитесь своим мнением. Поэтому устройство очень достойное в плане надежности, простоты, легкости в использовании, дешевизне и простоте заправки.
Поэтому вот если где-то у вас на чулане завалялось, доставайте, пробуйте отмачивать, прочищать картриджи, заправлять, и скорее всего у вас все получится. Потому что эта техника мощная, надежная, картриджи замечательно восстанавливаются. Соответствующее видео у нас есть на канале. Посмотрите, там все расписано, рассказано. Задавайте свои вопросы. Всем успехов, до новых встреч!